Да, это я. Я люблю! Ого! Вот это у нас какой дракон огнедышащий. Классно. Вот это нечестно. А ну отдай нам лошадку. Отдай нам лошадку. Всем привет, друзья. И сегодня мы с Евой находимся в игре «Взросление». Привет, Ева. Привет. Так, ну непорядок. Мы с тобой одинакового роста. Надо это исправлять. Я ведь должна выше быть. Ой, да. Слушай, смотри. Тут мистер полицейский. Ему 5 лет. Слушай, полицейским становится, оказывается, в 5 лет. Да, интересно. Он не слишком мал для того, чтобы быть полицейским? Да, вот смотри, в 21 год он становится таким злым, серьезным и взрослым. Ну да. Давай пойдем, у нас вот стрелочка просит куда-то идти и что-то делать. Да-да, пойдем. Давай учиться взрослеть. Да, давай. Я так понимаю, нам нужно покататься на качельках. А, ну давай. Так, и... Ой, вау. Ой, не задень меня. Вот это да. Это страшно. Так, мне кажется, я сейчас... Аккуратно. Перевернусь. Ульяна! Оу! Ты что, это очень опасно делать, солнышко? Мне стало страшно. Так, как спрыгнуть? Я, наверное, я не буду кататься, мне очень страшно. Хорошо, давай тогда покатаемся вот этой карусельке. Ой, нет, у меня голова кружится. Ой, я согласна, он меня откинуло. Я недостаточно покаталась, мне говорят, что надо еще. Будь осторожна. Страшно, страшно. Ого. Нет, все, все, мне теперь говорят, да, вот тут покататься. Давай еще раз покатаемся. Только недолго. Да, хорошо. Только недолго, у меня кружится голова. О, что? Меня прям откидывает. Меня выкинуло. А, как встать? Ой, тяжело, слушай. Пойдем там что-то, куда-то еще просят нас пройти. Нас поздравляют с днем рождения, это мы что, уже повзрослели на целый год? Ого, да. Да, нам 6 лет. Классно. Вот это да. Так, я так понимаю, что нам нужно его отпраздновать. Это здорово. Я люблю праздновать дни рождения. Это точно. Ой, я бы поиграла в баскетбол, конечно. Ну да ладно. Там, видимо, нам не... Ого! А мне дали мячик, или это я у пацана мячик украла? Извини, пожалуйста, я не хотела. Нас просят, ага, идти внутрь. Ну, пойдем. Ой. А, прям так? Я думала, нам откроют дверь. Ну, ладно. Да, я тоже так думала. Смотри, у тебя тут 2 подарка целых. Вот это да. Торт со сколькими свечками? 7? Нет, 6, ладно. Да. Баскетбольный мяч. Так, а у меня? Ой, и у меня тоже. Так, ну что, пошли играть. Побежали. Ты умеешь вообще играть в баскетбол? Да, я очень люблю эту игру, если честно. Поэтому, ну я, правда, не знаю, как мне получится играть это прям в игре, но я думаю, что должно получиться. Ого, смотри, дискошар. Ой, нам тут дискотеку сделали. Обалдеть, как классно. Вот это настоящий день рождения. Да-да-да. Будет весело играть. Так, ну что, давай кидай. Я вроде бы кинула. О, я попала? Я попала! Ой, я попала. Ого! Здорово. Вот это мы молодцы. Так, ну что, извините, ребята, кто хочет с нами на дискотеке побыть. Нас зовут в другое место. Ну что, пойдем исследовать, что там будет. Да-да-да. Ой, тут такой большой город. Да, слушай, дорога такая огромная. Ой, мы опять идем не по правилам. Вот не очень нехорошо. Да, я смотрю, нет пешеходных переходов почему-то. И везде горит зеленый. Это как так-то? Ну да, очень странно. Несерьезно. Мы настолько взрослые, что мы можем уже купить себе покушать. Ого. Ой, как ты дверь открыла. Я тебя прихлопнула дверью. Да. Так, ну давайте я тоже возьму раз. Вау, я быстро бегаю. Так, надо попить, мне тоже. О, я тоже быстро бегаю. Классно. Слушай, круто. Мне нравится. Ой, тут можно брать все. А, это вот этот дискошар. О, круто. Ух ты. Давай еще что-нибудь возьмем. Вот бинокль, например. А, он не берется. Мне хочется бинокль, да. А, не. Да, не берется. Может, это зависит от именно уровня, который у тебя есть? Возможно, да. Тут пружинка есть. Вот если бы тут была еще башня ада какая-нибудь встроенная, было бы круто. Да, это точно. Мы бы всех победили. Так, ну что, я предлагаю выпить еще раз это зелье. И давай побежим, куда нас спросят. Давай. Ой, мне нравятся вот эти вот очень красивые звездочки, которые вокруг нас, когда мы пьем это... Очень здорово. ...жидкости. Я хочу себе такую ауру навсегда. Я так понимаю, что у нас уже 7-й уровень. 7 лет нам, у нас опять день рождения. Слушай, мне нравится, что у нас так быстро прям день рождения, если бы было в жизни так. Да, здорово. И очень много подарков. Так, ну давай, так. Открывай подарок. Ну что у тебя, что у тебя? А, ну... Кошечка. Ух ты. С зелеными глазками. Ой, какая у меня. Милая. Какие классные. Круто. Это мы должны за ней ухаживать, наверное, там, кормить. Ого. Ее, поить. Ничего себе, родители не против? Да, видимо, да. Они так радуются. Ну что, давай сюда пойдем. Похоже, надо попрыгать с кошечкой на батуте. О, вот это мне нравится. Это да, это я. Я люблю. Ого. Вот это опасно, конечно, так. Ого. Аккуратно, я, пожалуй, выйду отсюда. Давай. Так, я тоже. А, нет, главное не выпасть, Аккуратно, Ульяна. Ой, фух,
все в порядке. Все, пойдем в школу. Так, нас вот уже зовут в школу. Нам 7 лет. Правда, вот у тебя есть рюкзачок, а у меня его нет. Мне интересно, его дадут или нет. Надо приобрести обязательно. Да-да-да. Так, ну что, мы опять идем не по правилам. Давай, может, вот тут перейдем как-нибудь аккуратненько. Ну, хорошо, будем думать, что это пешеходный переход. А, вот смотри, тут можно нажать на кнопочку и нам разрешат перейти. Ой, давай подождем. Точно. Ой, давай. Так, ну что, у нас зеленый включится. Нет. А я ту нажала или не ту? Нет, я не ту нажала. Вот теперь я должна нажать ту. О, вот нам разрешают такие, пойдем. Отлично. Какие-то своеобразные, конечно, пешеходные переходы, но ничего страшного. Да, это точно. Так, мы пришли в школу. Ну, внешний вид школы мне достаточно нравится. Да, симпатичный. Приятный. Меня просят в этот класс. Так, нам в эту комнату, да? Нам нужно решить задачу. У Джо есть 4 сумки с 9 свечками. Как много свечек у него есть? А, подсвечник. Ульяна, тебя из огнетушителя там тушили только что. Ты горишь, похоже. Так, я думаю, что 36. Ну, я права. А я хотела сказать, что у меня нет 36, я вижу только 32, 27, а оказалось 36 посерединке. Да, все правильно, ты молодец. Хорошо учишься. Ой, спасибо. Так, ну что, пойдем дальше? Так, и поэтому у нас уже 8 уровень. Мы быстро достаточно растем, я хочу сказать. Что, опять за подарки? Да! А ты что, уже устала получать подарки? Нет, что ты, как это так? Ну смотри, нам разрешают вот сюда идти. А, вот сюда. А, да? Аккуратно. Ладно, я успею. Ну, будем считать, что я успела. Ой, и теперь разрешают, все, пошли. А, да? Ладно. Все отлично. Я их путаю просто, наверное, поэтому не туда смотрю. Я надеюсь, у нас не заберут кошечку. Смотри, какой там... Ух ты! Интересно, когда нам дадут возможность ездить на таком транспорте? Интересно. Ну что? Так, ну что, открываем подарки. Ой, смотри, тут можно взять шарики. Ух ты! Так, вот сюда подходи. Так, я вроде бы открыла подарок, почему не открывается? Мне не дают открыть подарок. Ой, я шарики случайно отпустила. Меня просят пройти в гараж, потому что у меня, мне кажется, есть мой велосипед. Ого! Ой, какой он красивый. А мне не дали велосипед. Извините, это не мой. Мне дали скейт. Мне кажется, у меня забрали велосипед. О, нет. Так, а я не умею кататься, кажется. О, все в порядке. Главное не упасть. Ульяна! Ой-ой! Ты меня задавила! Извини, пожалуйста. Меня предлагают выехать на дорогу. Нехороший совсем совет. Мне кажется, тоже предлагают велосипед взять. Давай я тоже возьму велосипед и поеду за тобой. Давай. Ой, интересно, как наши кошечки... отреагируют? Сидят. А, да. Ой-ой-ой. Да, они как-то в воздухе левитируют. Ну что, я нарушаю прям капитально. Я еду через двойную сплошную. А я еду по правой стороне. Ой, правильно. Вот так вот. Молодец. Так, интересно, а что если выпить вот это вот зелье? Я стану быстрее ехать. Так, давай попробуем. Да, я думаю, да. Очень здорово. Куда нас ведут, интересно? Ну, я пока не знаю. Нам нужно где-то попрыгать, наверное. Я так понимаю, нам нужно опять на... Ой, я даже могу прыгнуть. Да. Ого, я паркурист. Вот это да. Так, нам вот сюда, кажется. Извините, что я так перехожу, переезжая дорогу неправильно. Я упала. Ты где? Я в порядке. Я тоже упала. Так, ну что, давай тут покатаемся. Мне нравится, конечно, не для велосипедов, наверное, это, а для самокатов. Да, я точно думаю, что это для самокатов или для скейта, да. Да. Как-то некомфортно на велосипеде. У меня что-то совсем не получается. Эх, да, мне точно права не дадут. Ну, на велосипед права не нужны, так что это очень здорово. Да, и на это плюс. Да что же это такое, я даже не могу туда заехать. Господи, как же меня кидает тут. Что случилось, как остановиться? Ульяна, помогите! Какой кошмар! Я могу прыгнуть? Что? Я мне кажется, я застряла. Я спрыгнула с велосипеда, смотри, где он у меня остался. Он у тебя тоже в воздухе висит? Завис. О, я поняла, нужно... Так, все, я знаю, как я буду делать. Нужно вот сюда вот... Стоп, я поехала. Ой-ой-ой-ой-ой. Нам нужно на вершину залезть. Ура! Да, у меня получилось. И у меня вновь день рождения. Ой, мне нравится эта игра. Так много подарков. Да, так слушай, часто. Очень, мне тоже очень нравится. Я даже не знаю, как мы пойдем обратно. Пешком? Я, пожалуй, пойду пешком, да, потому что на велосипеде что-то мне не очень понравилось. Да, ну, побежали тогда. Давай. Так, ну что у нас, так, что у нас ой, тут ой, у нас тут все больше и больше людей, мне кажется. Ой. И больше свечек на нашем торте. Да, слушай, я, кажется, последние шарики забрала почему-то. А залезай вот на вот это. Все, я открываю. А, ну,
Ну давай. Смотри, Лана была бы рада это увидеть. У нас какой дракон огнедышащий. Классно. Вот это да. Интересно. Родители у нас, конечно, интересные. Это точно. Разрешают нам дракона в доме держать. Вот это да. Да, и кошечку даже. Нужно поиграть с питомцами на трамплине. Опять. О, опять? Слушай, я боюсь. Да. Я боюсь. Ну, ради питомцев. Ради питомцев я готова на все. Это страшно. Главное... Ульяна! Нет, я же хотела выйти. Так, спокойно, спокойно. Надо вот так вот по краешку, чтобы меня опять не замотало. Так, а ты не будешь прыгать? Нет, ты знаешь, я побоюсь, наверное. Наверное, не буду. Веди меня тогда куда дальше. Нам нужно найти бумеранг. Ну, давай, пойдем искать бумеранг. Он находится в моей комнате. Ого, у тебя есть комната? Так, интересно, где моя комната? Да. А, у тебя тут две кровати. Интересно, я с тобой живу или нет? Да, интересно. Ой, я уселась. Я обожаю вот такое вот кресло. Да, это мое любимое, наверное. Я его очень люблю. Так, ну, видимо, бумеранг находится здесь. Надо порыться в шкафчиках у себя дома. Его что-то тут нет. Вот, вот бумеранг. Вот он, вот он. О, молодец. Слушай, а у тебя вещей нету никаких. Возможно, я только что переехала. Еще не успела распаковать свои вещи. Возможно, давай. Давай тогда тебе все шкафчики открою, чтобы тебе было легче их сразу складывать. Так, ну, у меня не получается взять бумеранг. Или мне нужно его просто найти. Давай я сюда встану. О, ты взяла бумеранг? Ой, да, все, я взяла. О, я тоже взяла. Ой, круто. Так, ну что, пойдем, надо, наверное, его запустить. Ну да, да, именно так и говорят. Я думаю, это должно быть какое-то открытое место. Давай его держать на траве, чтобы было побольше места. А ну-ка, давай. Тоже запускаю. Я так поняла, что нам нужно бежать его поймать. Не, почему? Это так, же бумеранг. Стой, это стой. Же бумеранг, он же возвращается. Только мой ползет по земле почему-то. Хорошо, ой, так. Я, мне кажется, забрала твой бумеранг. Да, ну мы, кажется, поменялись. Ничего страшного. Ну-ка, он вернется ко мне или нет? О, не знаю, не знаю. Давай, возвращайся. О, возвращается. Давай. Круто. Ой, как-то до половины упал. Ну ладно. Так, хорошо, давай тогда туда кину. Давай. Смотри, там парень или девочка. На лошадке. Ого, как круто. Пойдем за лошадкой. А тебе же не нужен бумеранг, Илья? Побежали. Я не хочу бумеранг, я хочу лошадку. Лошадка. О, какая она красивая. Ой, кажется, она очень быстрая. Так, мы сможем до нее догнаться или нет? Мне кажется, после этого зелья я быстрее, чем эта лошадка. Но, правда, она убегает от меня, убегает прям очень сильно. Ура, мы ее догнали. Я считаю, что если мы закинем бумеранг, то можно будет дойти до лошадки. Все-таки девочка не просто так ее получила. Так, а сколько же ей лет написано? Ой, не знаю. Так, ей 6. Ей 6? Да. Это нечестно. А ну отдай нам лошадку. Отдай нам лошадку. Я тоже хочу, мы старше тебя. Наверное, эту лошадку нужно сначала купить. Да, возможно. Ой, погоди, а у меня выполнилось задание само по себе. Меня приглашают опять на вечеринку. Ого, пойдем. Отпраздновать свой день рождения. Давай пойдем посмотрим, что тебе еще подарят. Так. Свечек все больше, подарков все меньше. Ой, да, да. Почему да. Только один, а где второй? А, ну, я еще не попрыгала на батуте, так что подарок тебе предназначается. Так, ну что? Конечно, нечестно, но... Ой. Ты съела торт? Куда делся торт? Я съела торт? Где? Я не знаю. Его нету. Ну, хочу сказать, что он был очень вкусный. О. Так, мне предлагают подойти опять в гараж. О, так. Мне доступен скейт. О, круто. Ну что, я тебя поздравляю. Тебе уже 10 лет. Да, большое спасибо. Мини-юбилей. Да. Ой, ну что, смотри, Ульян, ты намного выше меня. Да-да, вот можно сказать, что миссия выполнена, и на это можно заканчивать. Да, похоже на то. Ну, мне очень понравилась эта игра, поэтому я думаю, что мы сюда вернемся и найдем или купим лошадку. Да, мне тоже очень понравилось, особенно нас постоянно поздравляли с днем рождения, и были подарки, и тортик, и шарики, и вообще все. Да, очень много подарков. Все. Это очень здорово. Особенно мне нравится дракончик. Ну, а на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока! Пока!